И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен одной очень интересной тематике. Я тут посмотрел, что у Миши вышел видос, где он играет на 0 УП, то есть без уничтожений от противника. И у него получилось за одну катку набрать более 50 киллов. Мне в голову пришла идея попробовать сделать что-то похожее, подобное, и попробовать сделать даже больше, да, если у нас сегодня получится это сделать, то это будет своего рода вызов для Миши, и я, как говорится, ему передам эстафету и скажу, чтобы он постарался набить больше, да, у него получилось набить в максималке 50 очку киллов, что является очень хорошим показателем, и он играл в режиме контроля точек, то есть это тот самый режим, в котором чаще всего бои проходят полный бой. Я попробую сделать это. Он играл на паладине, на паладина смоки, и до этого у него был видос, на котором он играл на мамонта смоки. То есть, а я хочу попробовать это сделать на нашем любимейшем дико страйкере, со страйкером с дистанционочкой. И по дрону мы, наверное, давайте возьмем, что мы можем взять, что нас подсейвит. Ну, брать на бустере, давайте возьмем дефолт. Давайте возьмем дефолт и постараемся сделать что-то бомбическое и крутое. Не забываем, что нам нужно не умереть. Поэтому я давайте, наверное, даже одену какую-нибудь такую, знаете, краску, которая не особо сильно будет бросаться в глаза. Возьмем какую-нибудь такую, ну так, чисто, знаете, чтобы где-то там что-то я там катался, там меня особо никто не смотрел, и я спокойнейшим образом жил. Ну и по режиму контроль точек точно будет полный бой идти, наверное, давайте тогда в него и пойдем. Будем стараться играть на киллы, если будет возможность захвата еще дополнительно точки, то будем стараться ее тоже захватить. Дополнительного сейва у нас как такового нету. У нас есть только возможность сейва за счет диктатора овердрайва. То есть с точки зрения больше хпшки, наверное, даже паладин более выгодный, нежели диктатор. Но давайте попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. И наша задача набить больше киллов, чем набил Миша. Миша набил у нас 50 очку. То есть надо максимально аккуратно, эффективно давать киллы, ни разу не умереть. И при этом набить больше 50. Зная меня, я когда буду видеть, что у меня не идет большое количество киллов, я начну очень сильно рисковать. И это может привести, конечно же, к очень плачевной ситуации. И ничего хорошего у нас вместе с вами из этого не выйдет. Можно было бы, конечно, взять и Изиду с вампиризмом. Но мне что-то кажется, даже с тем раскладом, то что она лечит хп, на ней ты киллов, ну, много не дашь, да, то есть у тебя нет возможности какого-то дополнительного сейва, и, соответственно, ну, будет, наверное, не так уж и легко по итогу. А 50-очка киллов, которую сделал Миша в катке, я, честно, не посмотрел весь бой, я зашел, чисто чекнул, сколько он набил, это очень хороший результат, то есть вот набить 50 киллов в матчмейкинговой катке, это реально очень-очень достойно. Посмотрим, что получится сегодня у нас. Карта довольно неплохая. Довольно неплохая. На которой реально можно набить хорошее количество киллов. Но нужно не забывать, что наша игра должна быть тоже очень-очень аккуратна. Да, то есть нам сильно оверпикать нельзя. Надо довольно так сейвово, пассивненько выкатываться, чисто на урончик, чисто на добивочку, чисто на вкидик контентовый, да, и у нас как раз здесь есть точечка, то есть дистанционка в этом плане, в принципе, должна себя окупать, и контролинг точки здесь у нас тоже будет. Блин, нет, братанчик, пожалуйста, не делай так больше, пожалуйста, не делайте так. Знаете, я аккуратно здесь постою. Ой, магнум появляется, который под стенкой стоит. Ой, хорошо. Найс, улетел. Так, было бы неплохо, если бы у нас, знаете, какая-нибудь Зида бы еще появилась, которая бы меня хилила. Это было бы вообще бомбочка.
Так, по киллам пока что неплохо. Аптечку я сейвлю до самой плохой ситуации. Надо еще посмотреть, где у нас есть дроповая аптечка. Есть ли у нас здесь где-нибудь дроповая аптечка? Мины будем где-нибудь тут ставить. Я про них, конечно, люблю забывать. Но зачем тиммейт стреляет в меня? Что это за прикол? Зачем тиммейт накидывает в меня урон? Объясните мне, пожалуйста. Я, может, что-то не знаю в этой игре. Так, противник где-то здесь еще снизу катается. Хорошо. Так, а, вот здесь дроповая аптека есть. Хорошо. Каждые полторы минуты она здесь будет падать. Так, хорошо. Значит, занимаем вот эту четкую позицию. И постараемся от нее отыгрывать. Я, конечно же, в своей тридцаточке нахожусь. И стараюсь особо сильно, знаете, не привлекать свое внимание. Вообще, лучше наносить не по всем противникам сразу урон, да? Мне надо же киллы. Поэтому надо стараться давать именно по определенным типочкам. 8 киллов у нас есть за 2,5 минуты. Не сказать, что это супер бомбический результат. Но я и видос записываю, знаете, не в самое такое время, где у нас играют самые слабые игроки. Поэтому здесь, может быть, и с этой точки зрения тоже будет у нас чуточку потяжелее. Так, вижу, что там викинг есть. Вкусный, хорошо, его унесли. Так, и там рикошетик сдалека урончик накидывает. Хорошо. Здесь в подсейве работаем, миночки ставим. Аптечечка совсем скоро дроповая должна уже полететь. И у меня по расходке тоже все в полном порядке, потому что я раздал свой овердрайв. Килл у меня стыбзили один. Второй кильчик не стыбзили. Так, расходочка прожимается. Блин, второй тоже украли. Ах, ну куда ты подставляешься, друг ты мой хороший? Зачем ты подставляешься здесь? Так, и что-то как-то очень долго аптека не падает. Мне уже скоро придется прожимать свою аптечку. Потому что может быть дело труба у нас. Может быть дело трубулечка контентовая у нас. Так, хорошо, падает аптечка. Падает дроповая аптечка. Так, и тут Хантер с овердрайвом. Блин, это плохо. Давайте откатываться. Он меня, если что, не унес. Хорошо, откатились. Блин, сзади противники. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тише-тише-тише-тише. Тише, куда вы так агрессивно сразу? Молодые люди, едете. АНДшки у меня нету. Очень плохо. Максимум сейва. Ой-ой-ой, вот это было, конечно, супер рисково. Это было супер рисково. Но, ладно, мы выживаем. У меня 60% овердрайва. Так, викинг вражеский прожимает овер. Блин, нас вообще выпушивают здесь. Очень агрессивно играет противник. Это очень плохо, что он так агрессивно играет. Потому что меня из-за этой агрессии могут слить. Ладно, я себе здесь уже так подъемчик неплохо заминил. В первую очередь, конечно, нам хотелось бы сохранить нашу УПшку. Но мы не забываем про то, что и победочка нам тоже здесь необходима. Победочку в такой катке сохранить тоже было бы очень даже неплохо. Так, и противничек хорошо так начинает меня поднапрягать, да? Ладно, жмем ДАшку. Хорошо, прожимаем аптечку свою. И будет у нас выпадать еще дроповая аптека. Надо всегда сначала убирать верх типов, которые мне напрямую могут помешать и могут донести очень большое количество неприятностей. Так, раздам я овердрайв. Не знаю, насколько это грамотный мув раздавать сейчас овердрайв, когда у меня было достаточное количество хп, но я это сделал. Аптечку дроповую не забирает, хорошо. Нет, Хантер, нет, 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 братанчик, стопуй, 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 братик, стопуй. Хорошо, он не прожал, хорошо, он не жесткий тип. Если бы он был бы жесткий тип и вжал бы в меня бы овердрайв, было бы прям все очень плохо. Так, у нас 22 килла. Пока что идет неплохо довольно-таки. Пока что довольно-таки неплохо. Я максимальный сейв. Максимальная аккуратность. Так, и накидка. Максимальный сейф и максимальная аккуратность. Хорошо, две с половой залетает по голове молодому. Так, там титанчик уже выкатывается потихонечку. Потихонечку в подсейвик, да? Хорошо, хорошо, титанчик, братанчик. Вика Фриз, это очень плохо. Вика Фриз, это прям нереально плохо, когда он меня пушит. Мне надо добавлять еще сюда мин, чтобы у меня хотя бы была такая, знаете, полусейвовая зона, которую, если что, я могу выкатить назад и выиграть еще дополнительное время. Ну и вообще неплохо было бы сейвить еще дополнительный овер и смотреть этого викинга, который меня выпушивает.
И также не забывайте просматривать на радарчик. Чтоб на радарчике никого у нас не было рядом со мной. Если там снизу, конечно, типочки будут кататься, то ничего страшного. А вот если кто-то наверх сюда приедет и будет навеливать контент, то это будет уже очень плохо. Это будет очень плохо, это будет очень тяжело, и это будет неприятно. Так, миночку давайте еще одну сюда добавим. Наши, кстати, тиммейты даже и точки неплохо контролируют, молодцы. Ребята делают ветерочек контентовый. Так, и Хантер едет в очередной раз на меня. Ой-ой-ой-ой-ой! Су-су-су-су-су-су-су! И аптечку еще забрали, офигеть! Если бы он бы мне выдал выстрел, все. Эта бы игра была бы окончена, просто окончена. И я бы вставил бы это бы где-нибудь в начале видоса, как у меня не получилось ничего сделать. Офигеть, как я сейчас мог очень жестко закончить. Вот я честно думал, что он не нажмет оверку. Вот я до последнего верил, что он не прожмет этот овердрайв. А он его бац, и все. И до дома меня мог отправлять. Ладно, хорошо, у нас 27 киллов. Идем, не сказать, что супер, но и не сказать, что плохо. То есть чисто в теории мы все еще успеваем до рекордной каточки. И может быть что-то на булдскейт. Так, у меня нет ДАшки. Поэтому было бы неплохо, наверное, прожать овердрайв. Давайте я прожимаю овер. Стараюсь сливать раз. Стараюсь сливать два. Стараюсь сливать три. Блин, нормально в воздухе поймал типа. Сорянчик, братанчик. Не специально тиммейта чуть. Подблочнул, так, ну и наваливаем. Не забываем смотреть за тем, чтобы на радаре никого не было у нас. Никого, чтобы на радаре не было. На нашем ярусе. Если снизу там катается кто-то, это еще плохо, неплохо. Типа это пофиг. А вот если кто-то, как говорится, на нашем ярусе, тогда это уже может быть очень плачевненько. Ну и с точки зрения, наверное, актуальности вооружения, Дико Страйкер хорошо себя показывает. Пока что, по крайней мере... Работает супер эффективно. Так, где-то здесь противник, я вижу, катается, ладно. Он пока что далековато. Титанчик под меня уже ставит купол. Падает. Вот видите, рядом со мной падают дроповые овердрайвы. Но ехать и брать их, это супер рисковая вещь. Прям супер рисковая. И я, конечно, хоть и... Хотел бы это сделать! Что ты делаешь, чел? Алло! Валера, иди отсюда! Иди катай где-нибудь в другом месте. Блин, у меня сейчас чуть не сгорело. Я вам серьезно говорю. Когда ты играешь на УП, и тебе просто тип берет в спину, начинает плакать. Ты что, дурачок? Зачем ты это делаешь? Зачем? Я и так аккуратно тут еле-еле живу. Он еще меня берет и начинает толкать. Долбанулся, что ли? Валерчик, отвали от меня тоже. Еще один приехал. Не мешайте только, пожалуйста. Не делайте этого. Не делайте. Не расстраивайте меня. У меня в команде есть игроки, которые не понимают, что надо делать в этой игре. Не расстраивайте. Делайте вид, что вы хорошие, грамотные игроки, которые понимают, что нужно делать в этой игре. 37 киллов у меня. Идем на рекордную, идем. Все получается пока что у нас. Я уже начинаю так чуть агрессивно играть. Но это, кстати, зря. Это зря. Эти рисковые моменты, это все зря. И этим лучше не заниматься. Лучше играть аккуратненько в подсейвик. В накидочку такую, знаете, аккуратненькую. Аккуратненькая накидочка. Вот все, что нам надо. Аккуратная накидочка без лишних оверпиков. Да, то есть лишний оверпик — это всегда беда. Да, то есть оно все может плохо закончиться. ДАшку мы, вернее, не ДАшку, а овердрайв мы подсейвим сейчас на такой тайминг, когда у нас не будет брони, когда ситуация будет не самая лучшая. Когда я ее прожму. Ну и мин под себя я тоже неплохо уже набуткал. Пойдет. Хоть я, конечно, их не сразу там ставил, где-то что-то забывал. Потому что я, как говорится, не знаю, в матчмейкинге. Не привык ставить мины в матчмейкинге, честно вам скажу. Как-то даже не акцентирую на этом внимание, можно так сказать. Даже как-то не акцентирую на этом внимание. Ну ладно, для такой каточки. Буцаем. Так, Хантер больше не приедет ко мне. Хорошо. Добавочку еще. Супер. Супер-супер-пупер-супер-дупер. Так, хорошо. Еще добавим. Хорошо. И еще добавим. Так, хорошо. Вообще великолепно все пока что происходит у нас.
Плюс я еще, знаете, не записываю видос в тайминг, когда у нас самые легкие противники в матчмейкинге играют, да, то есть это не утренний, знаете, какой-то видос. Утром прям противнички максимально слабые играют, а сейчас под вечер уже, ну, такие ребята неплохие начинают попадаться. Здесь моментами уже так потяжелее становится, потяжелее играется. Так, ладно, я прожимаю оверку, потому что я вижу, что у нас уже здесь викинг на пушинге наверх газует. Поэтому я уже давайте чуть-чуть аккуратно постреляю. Так, добавочка есть, супер. Так, и там снизу есть два бойца, три бойца есть снизу. Надо по ним тоже покидать. Постараться добавить, хорошо. Сороковой, о, четверочка залетела контентовая. Так, и 2,5 минуты. 2,5 минуты нам осталось пожить. У меня еще одна оверка, скорее всего, будет. Наши тиммейты идут на отжим точки. Я им как раз таки помогу сейчас этого титанчика сбрить. Но они как бы и сами справляются с этой задачкой. Так, сюда еще одну миночку. Сзади у меня такой плацдарм уже очень хороший. Если меня вдруг захотят запушить, здесь придется нормально так хавать миночек, чтобы меня сбрить. Так, поэтому я могу даже, знаете, так вот чуть-чуть вперёдик поиграть. Так. Пантерочек агрессивно забирает у меня точку. И ситуация-то не очень. Ситуация не очень. Потому что смока еще со стороны накидывает. Так, ну минки контентовые стоят. Можем сыграть под борт. Сыграть вот так вот. Под захват точечки. 63% овердрайва. И мне надо еще один овердрайв забрать. Забрать еще один овер. Вернее, не забрать, а прожать. У меня будет еще одна оверка. Надо будет ее... как раз таки вдарить по контенту. Так, урончик небольшой. Хорошо. И вот этого бойца, блин, хотел сказать, надо забрать, но я его, к сожалению, не забрал. Так, викинг приезжает ко мне. Викинг приезжает ко мне. В наглую хочет у меня перед носом забрать точку. Ну, братанчик, извини, конечно, но так не работает. Так не работает. Точка у нас не забирается. Точка у нас, она, знаешь, такая контентовая. Она не берется так просто. Я понимаю, что он хочет выиграть, и он играет на эту победку, но мы тоже играем на свою победочку. На свою победочку, так у нас она немножко потяжелее, эта победка. Так, титаны прожимают ластовые свои куполишки. Это плохо, это плохо. Точки пока что наши тиммейты контролируют. 40 секунд до конца, я ставлю по максимуму свой овердрайв, чтобы, если что, его вдарить и дать как можно больше импакта. Противник забирает точку под нами. Ну и там титанчик контролирует тоже точечку. Плохо с точки зрения победки у нас все здесь обстоит. 25 секунд до конца. Точка одна забирается подо мной. Раздаю овердрайв тиммейтам. Контролинг оформляем. Контролинг есть. И добавка. Добавочка. Хорошо по викингу. Хорошо, хорошо. Еще туда, по титану. Быстренько, быстренько. Точки, чтоб буткались, буткались в нашу пользу. Давай, давай, урон, 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 бойцы. Я уже супер агрессивно. Ничья. По киллам. По киллам. 63-ка. Туда ее. Супер контентовая. Заехала. Ничеечка на будущем с 63 килами. Ну что, Мишанечка, ну что, надо перебить теперь тебе, сделать контент, сделать ветер. Ну и по противничку здесь тоже, ну я бы не сказал, что это самый, ну не самый слабый, да, ну и не самые сильные противники у нас попались. То есть плюс-минус там что-то, бамбемчик такой средненький здесь у нас был. Поэтому... если вам понравился данный видос, поддержите его обязательно лайком, потому что для меня это, ну, можно сказать, впервые, да, и я хотел проверить вообще свои силы, насколько много я киллов смогу сделать, увидев такой видос у Мишани. Видите, с первого раза получилось. Конечно, был один супер критический момент, когда меня Хантер почти втушил, и я улетел на респ, но благо там... он меня не уничтожил, я выжил, и сейв удался. Поэтому, друзья, пишите, какой у вас было максимальное ОП. Мишанечка, я, как говорится, вызов принял. Отдаю тебе эстафеточку, жду, чтобы ты набил побольше киллов. Посмотрим,
сколько у тебя получится, ну а потом я уже буду стараться и эту цифру перебивать, если она будет, знаете, какая-нибудь там контентовая, ну либо же сам попробую свой же рекордик уже такой минимальный перебить. Поэтому поддерживайте видос лайком, если вам это интересно, если вы хотите продолжение. Возможно, у нас с Мишей вообще какая-нибудь трубочка в этом плане получится интересная, которая даже не планировалась. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать видеоролики. Ну, давайте 200-ку лайков, если сделаем, то я пойму, что это конкретный интерес, и то, что нам в этом плане надо двигаться и стараться делать еще больше киллов и еще больше УПшечку. Ну и также, друзья, не забывайте про тег создателя контента, который у нас есть в настройках игры в аккаунтике. Мой личный тег создателя — это тег TeamP. Устанавливаете его вот здесь вот так, BootsBoots, и участвуете в розыгрыше, который сейчас уже проходит на 1 000 000 кри, на 20 тысяч танкоинов. Новый у нас стартовал, недавно были итоги масштабненького на 2 мульта кри и на 50 тысяч танкоинов. Быть может, и в этом мы сможем, если у нас будет хорошая активность, еще и увеличить призы и разыграть еще больше для вас интересных плюшек. Ну и плюс, соответственно, вы этим всем мувом еще и контентово меня поддерживаете. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.